Если Путин решил проблему с обороной, то решит ее и с экономикой. Короткая версия статьи Константина Мочера на Конте за 19 мая 2021 года. Но из-за предвзятого отношения YouTube к моему каналу, статья будет залита на альтернативные ресурсы. Ссылки, как всегда, в инфобоксе под видео. Большое спасибо всем за терпение, а главное – за понимание.